Привет, зритель, давно здесь не снимала, да? Я подумала, что тут светло, а в комнате не очень. А включать свет, вдруг опять какой-нибудь суперфиолетовый внезапно попадется, вроде, хотя тут нет никакого такого. Ну, короче, передастся не так. Это первый обзор моего ухода на май для котенка. Она тут это шизеет слегка. Короче, сзади у меня там помидоры растут. Тут слегка как бы бардак. Но у меня справа по борту на коробочке. Такая небольшая баррикада. И, в общем, шо? Оно у меня переходит на май. Я им юзалась в этом месяце. В апрель, кстати, еще не закончился. У нас сегодня какое-то знаковое число. 16-29, понедельник, 26 апреля. Прям тяжелый день, потому что у меня что-то блины с третьего только нормально получились. Интернет мегафоновский не работает, потому что у них какое-то тут техническое обслуживание аж до 29 апреля. Он как бы, ну, в цветочном где-то чуть подальше, чем мой дом, на улице ловит в одном месте. Ну, так, ни хрена не грузит. Короче, не знаю, что у меня там. Придется Билайн на время наются. Короче говоря, в общем, понедельник день тяжелый внезапно. Эйвен К, тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи, 400 мл, будет вечным подарок от подписчицы Лёли. Ну, короче, его, наверное, вот столько тут, ну, не знаю. Тут так сделано, что хрен узнаешь сколько. В общем, он у меня юзается периодически, и вот как по назначению. И, возможно, надеюсь, он будет в пустых баночках мая. Да, кстати, пустые баночки мая у нас будут март-апрель-май, потому что в марте пустых баночек не случилось вообще, в апреле их совсем чуть-чуть. Я потом еще постик на эту тему запишу. И я решила, что пусть они будут в мае за 3 месяца. Это вот будет у нас на май, на уход. Помнишь, на апрель у меня было заявлено, возможно, даже я обзор отдельно делал этот фиксовый. Покупала за 55 рублей шампунчик. Как шампунчик для жидких, жирных, тонких моих волос, он вообще никакой. Ну, жидкие, жирные, тонкие, одно и то же практически. Натуральная кефирная сыворотка и льняное масло придают естественный блеск, восстанавливает поврежденные волосы. 515 мл кефирный шампунь для густоты волос. От здоровья от природы, народная кладовая, Вилсен, косметик. Ну, он типа как бы для всех типов волос. Но внезапно вот не для всех. Моим он не подошел. Он как-то, я им намылила, и потом поняла, что надо еще чем-то намылить, чтобы вообще они как бы хотя бы хоть чуть-чуть промылись, а хоть бы, ну, вообще какой-то эффект был. Но зато как гель для душа, он такой классный, у него такой вкусный аромат, и люблю такой аромат и у шампуня, когда он хороший, и у геля для душа, и, в общем, я решила, что он будет гелем для душа. Предыдущий гель для душа от Avon Sense с нежной любовью в Париже или что-то в этом роде, он в обзоре в этот раз не участвует, он у меня идет пока в запас, потому что что-то он у меня... Ну, видимо, тепло стало, и он как-то у меня не пошел. Я решила, что пусть он на более такое холодное время будет. Ну, или так, на какой-нибудь другой момент. В общем, я как бы им юзалась, но мы знаем, в общем, апрель-то еще не закончился. Может, он будет все-таки в пустых баночках. Короче, на май заявлен в виде геля для душа, шампунь для волос. А что же стало, чем же я мыла волосы? Ну да, вот они какие-то, ну, не очень пышные, да, вот когда получается пышные, когда не очень. Сегодня вот получилось не очень. Тот гель, шампунь, короче, поменялся с гелем для душа. Вот этот гель для душа, он у меня, как гель для душа, но он так себе, на троечку. К тому же он стал как-то странно вонять. Какой-то прокисшей хренью. Наверняка его кто-то до меня еще открывал. Но он же не был слюдирован, фольгирован или хотя бы скотчем залеплен. Свежая косметика с пребиотиками, суперфреш, без консервантов, цветочное масло для душа, питательное, упаковано под вакуумом. Бла-бла-бла, 55 рублей, кажется, 245 мл. Фитокосметик. 1 месяц после вскрытия. Не знаю, когда этот месяц начался, без понятия. Но мне кто-то в комментах писал, что там столько химии, что без разницы, когда оно вскрылось, и вообще, когда оно закроется. Тут половинка. Я им мыла волосы. Моет волосы хорошо. Не сказать, что экономичный. Ну, слушайте, вот на месяц где-то половину флакончика хватило. Тут 245 мл. Месяц еще не закончился. Может быть, он концентрированный, хрен знает. Но я вот хочу его чуть-чуть разбодяжить водой, посмотреть, как он будет мылиться. Ну вот как шампунь, он хороший для жирных тонких волос, а как гель для душа, пены много не дает, ну так себе, короче. Вот как гель для душа, вот это счастье лучше. Они поменялись местами, в общем, они у меня на май переходят. Вот такие дела, стоять не падать.
мыло, оно все еще там, оно все еще юзается, его еще много. Я им, кстати, пользовалась пару-тройку раз, как вместо геля для душа, просто на губку мылила, потому что он большой такой кусок, в руке неудобно держать. Думаю, может его так помылить. Такую пену дает. Кожу не сушит, вообще классная. Вот это мыло можно использовать как. Ну, можно мыть тушку. Ну, раньше, слушайте, в Советском Союзе, еще даже после советского развала Советского Союза мелкая была. У нас как-то гели всей этой хрени не было особо. В России. Не знаю, может, в другой части России была, но, в общем, мы детским мылом мылись, ничего так нормально, пенились, голову, я не помню, что мыли. Ну, наверное, был уже какой-то шампунь. Но мылом в ванной я стабильно терла губочку и мылила этой губочкой тушку, и все ништяк было. Короче, вот это мыло от Лёлечки. Крем-мыло миндаль. Завод братьев Крестовниковым, 1855 основан. Ну, в смысле, в 1855 году. Огромный такой кусок, 190 грамм. Оно хорошее, и можно руки помыть, и можно тушку помыть. И оно у меня на май переходит, там... В общем, получилось так, что у меня в гостях были друзья, и один очень сильный муж подруги, он так это храп, мыло. Я говорю, ой, оно у тебя из-за того, что в мыльной ничке водичка развалилась. Ну, оно так было, что там, в принципе, в однажды, если сильный человек возьмет, то разломаться. Короче, теперь два удобных кусочка, в руку удобно брать. Хорошее мыло. Так, спасибо, Лёлечки. У меня паста зубная переходит, корейская, в Dental Clinic 2080, от керосис, соли минеральной и травы на этот самый, на май. Я её в марте вроде юзала ещё, что-то не помню. Ну, короче, в общем, вот она. И такой же флакончик у меня, их два было, два по цене одного я покупала на Озон. Он у меня уехал в деревню на ПМЖ летнее. Ну, пока я там буду жить, я буду той пастой пользоваться, а этой буду здесь. Я в прошлом году и позапрошлом брала в контейнер, так отливала и туда убирала. Брала, но у меня иногда она заканчивалась не вовремя. А с собой был какой-нибудь хорошо, если был какой-нибудь уптан, чтобы зубы почистить, да, вот на прозапас. Но бывали моменты, что тогда крыша еще была не покрыта, текло где ни попадя. И от сырости у меня там этот контейнер с маленький, с уптаном заплесневел. Я помню, был такой тренинг, думаю, как же зубки-то почистить? Приходилось совсем остатки так выскребать из контейнера. Поэтому я в этом году решила полноценно туда зубную пасту зафигачить. И вот этот у меня будет на май в уходе. Кремик Green Mama, крем для ног 24 часа, уход, мочевина, бетаин, миндальное масло африканское, карите, без парабенов, красителей и минерального масла, оно у меня переходит на май. Я открывала как-то, кстати, можно сейчас открыть, глянуть. Ну, примерно вот здесь вот оно где-то, вот палец у меня, вот так вот оно еще. Я думаю, что за месяц хлебой хватит, может, даже еще на июнь хватит, а может быть, вот в мае будут в пустых баночках. Почему он у меня переходит на уход на май? Сливки вот эти, которыми морду лица смывают, ну, я помаду обычно, иногда просто протираю лицо. Green Mama, формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и курение дуванчика, не ароматизировано. Санс парфюм, забыла какая-то. Ну, не суть, короче, 170 миллилитров, они огромные, такой флакончик. У них есть 50 миллилитров у Green Mama, и вот этот вот 170. Причем 50 миллилитров стоит чуть-чуть подешевле, чем 170 вот сейчас по их ценам. Ну, и дешевле, конечно, выгоднее покупать большой флакончик. Не дешевле по цене, но выгоднее по объему. Короче, в общем, хороший. Сливки для снятия макияжа мне очень нравятся. Кто у меня раньше их пробовал, юзал, вот когда я занималась Green Mama, тоже всем нравились. В общем, я их советую, если что, но и они у меня переходят на май. Не поверишь, зритель, я в апреле даже делала себе пену для с ванной, ванну с пеной. Сначала мутила эти лесные каких там мыльные орехи, но от них пена практически никакая. Вот там, наверное, надо сразу заливать вот в ванну, уже в готовый этот отвар, тогда будет нормальная пена, как бы успеешь еще в ней полежать. Когда я ее поняла, что уже нету, я бабахнула вот этой пеной. Это Avon роскошные цветы, пена для ванн, подарок от подписчицы Лёли. Очень хорошая пена, экономичная, хорошая пена. Пену дает. И ты что ты тут прыгаешь, стрекоза? Стрекоза. Я тут что-то как-то вспоминала, она прыгает, как стрекоза и муравей. Она на стрекозу подбежала. Думаю, ну вот стрекоза Алиса. Котика в ленту.
точнее в видео. Не котика, а кошечку, котеночка. Детский крем с чередой Green Mama, то что 70 мл, у меня переходит на май. Я им тут пользовалась, как-то у меня крем для рук закончился. Потом уже обозрю, вот, ну, несколько этих пустых баночках. Обозрю потом в пустых баночках мая, а этим пользовалась как вместо крема для рук. И слушайте, он такой шикарный, он намного лучше, чем крем для рук, допустим, Green Mama'овский или еще какой-то крем. Очень хорошо вот так, ну, детский крем хорошо так с кожей обращается. Ну и так, что-то помазать, ну, вот, наверное, буду пользовать его в основе как крем для рук. На май переходит. Так, вот эта умывалочка, тут еще что-то есть. Я ее переходит, она у меня, значит, на май. Это подарок от подписчицы Лёли, это Avon Care увлажнение с алоэ и огурцом, очищающее средство для лица для всех типов кожи, 200 мл. Хорошее экономичное средство, она давно мне его дарила. В общем, оно долго стояло в запасах, какое-то время я его юзала. В общем, вот оно. Хоть тут 12 месяцев после вскрытия, но с ним как бы ничего не случилось. Сроком оно... Ну, в общем, еще ему чуть меньше года жить. До апреля 22 года. Переходит оно у нас на май. Вот это средство, я его не помню, вроде не заявляла на апрель на уход, но когда делала запрос, у меня был на мои эти закрома косметики, которые, в принципе, не особо много сейчас есть и осталось. И мне в комментах тогда посоветовали, что вот если не ароматизировано, то лицо можно протирать. А если вот ароматизировано, ну, как у меня там лосьончик был какой-то, я взяла Тейвен, Лёлечкин, кажется, и Мари. И он у меня будет как лосьон, ну, для рук, для тела, там, для ног, деревня. А этим я протираю лицо. Вместо, иногда вместо крема для лица. Хотя у меня и совсем еще, ну, вот на апрель еще осталось этого крема, который на апрель был заявлен, Green Mama'овский с пионом и чагой, чистая кожа серии. А так иногда вот утром протирала им лицо, мазала просто, руки иногда им мазала. Очень хорошая штука, вот не только для тела, но еще и для рук и для лица. У меня тут попрыгунчики на коленке забирается царапка. Avon Care, масло кокоса, восстановление, лосьон для тела, для сухой, очень сухой кожи, 400 мл. Подарок от подписчицы Лёли, очень хорошая штука, если он еще в продаже где бывает. Ну, короче, я вам советую, очень хорошая вещь. Ну, мне вообще нравится лосьон для тела от Avon Care. Ну и что-то у меня тут баррикаду мою уронила. Чудо в перьях. Ну и последнее. А нет, не предпоследнее, точнее. Вот последнее это я слюда так раньше была, я что-то ее так оставила, как память. Короче, оно изначально было засудировано, вот эта коробочка. Это я когда-то делала года два назад заказ с Вейва на Фраше, и можно было выбрать в подарок за заказ что-то, и я выбрала этот крем, потому что у меня подруга его покупает, и она его мне всегда советовала. Два в одном крем. До сентября 22 года у него срок годности, я его еще тогда не вскрывала, потому что там что-то после вскрытия живет 6 месяцев, что ли. Ну вот, сейчас я его вскрою при вас. Он не зафольгирован, как мы понимаем, ну и он на день, на ночь очень легкий, легко наносится, легко берется. Ну, может, кому-то не понравится, что тут вот рукой зачерпаешь этот крем. Приятно пахнет, быстро впитывается. Кожа такая приятная на ощупь, даже чисто вот по пальцам. И он у меня будет заявлен на день и ночь, соответственно, на май, на уход. Коробочку пока его обратно суну. Ну и вот этот у меня бальзамчик, который проявляется, в принципе. Сейчас на мне... Помадка другая немножко, там бальзам для губ, который будет в уходе, который был в уходе на апрель вместе с этим, и был полноценно в уходе на март, то и там совсем чуть-чуть осталось, как раз будет в пустых баночках мая. И поверх уже Camel красная помада, я не помню, по-моему, 06, это дикий красный номер 06. А этот, ну тут видно, чуть-чуть я поюзала, да, его, он в большинстве обзорах моих бывал. Я не всегда понимала, что он проявляется, действительно. Но если совсем чуть-чуть нанести, то совсем незаметно, что вот он там какой-то розовый эффект дает, да? Розовый, красный такой. Если побольше, то уже более так сильно будет проявляться. Это я покупала
На чем я там остановилась? Короче, я покупала его на Алиэкспресс, но я видела, когда у меня в комментах спрашивали, что это такое, где вообще что-то такое, где найти, я видела похожий, но как вот стик такой обычный, как гигиеничка, но у меня такой, кстати, тоже был, на Озоне. Это у нас PNF. Pain Fan Pure Nature 99% Aloe Vera. Ну, короче, тут большинство Aloe Vera содержится в большом количестве, ну и все остальное. И вот оно у меня тоже на май переходит на уход. Вот такая вот штучка. Ну и вроде как все. Ну да, там дезик самопальный, тоник я иногда делаю там из какого-нибудь отвара трав. Я не стала сейчас их брать, просто как бы они не меняются. Это вот что-то такое мое самопальное. Если интересно, гляньте предыдущий уход на апрель там. Ну и какой-нибудь там, ну, у меня этот в плейлисте было химик Лёля или что-то в этом роде. Там как раз про тоники, про всю эту хренотень. Я сейчас вспомнила, что меня просили обзор трав для разного типа кожи. Как-нибудь постараюсь записать. Всем спасибо за просмотр и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.